Итак, друзья, внимание, вот этот смартфон. Я хочу сказать, что это лучший смартфон по итогам последних 12 месяцев нашей рубрики. Посмотрите, потрясающий брендовый смартфон Asus для вас. Не упустите шанс. Удивительный корпус, тонкий, сильный, изящный дисплей высочайшего качества. Невероятно яркий дисплей, друзья. Вот просто все время хочется брать и просто перелистывать. Смотрите, какой отклик. Молниеносно, не правда ли? Друзья, и это еще не все. Здесь есть качелька громкости, здесь у нас вспышка, фото и видеокамера. Но есть и еще один важный момент. Друзья, хочу обратить внимание, что в комплекте с этим смартфоном, кроме наушников, кстати, роскошные наушники, идет еще и вот такая штука. Что это такое? Ваши догадки, ваше мнение. Это антенна, телевизионная антенна для цифрового телевидения. Здесь, в этот смартфон, встроен цифровой телевизор. Прошу не путать. Это, друзья, не интернет. Можно удалить отсюда сим-карту вообще. Убрать карту памяти, не подключать его к Wi-Fi роутеру. Нет, просто без интернета, там, где, может быть, даже не ловит ваш мобильный телефон, он будет показывать прямой телевизионный эфир, причем в цифровом качестве. Это цифровое телевидение. Самые постоянные зрители телеканала Shop & Show помнят, что у нас была цифровая приставка. Ее можно было приобрести, хорошая такая, качественная цифровая приставка, цифровое телевидение. Здесь эта приставка вмонтирована в корпус смартфона. То есть внутри этого смартфона и находится приставка. Вот антенна от нее. Это антенна для цифрового телевидения нашего смартфона, брендового, замечу, смартфона Asus. Вы можете смотреть прямой телевизионный эфир. А еще, замечу, вы можете его записывать. Вы можете записывать прямой телевизионный эфир. Вот посмотрите, пожалуйста, картинка. Посмотрите вот сюда. Картинка. Мы подключили, да, этот смартфон можно подключить к телеэкрану. Абсолютно верно. К телевизору его можно подключить. Смотрите, какое качество изображения. Посмотрите, какие цвета. А еще могу записать вот этот мультик. Вот прямо сейчас я поставил запись. Просто нажимаете вот здесь кнопочка красная, запись. И вот, пожалуйста, по левом верхнем углу мигает красный таймер, секундомер, который показывает, сколько записи уже сделано. Итак, останавливаю запись, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Ведь все по-настоящему, друзья. Он причем запись называет так, как есть. То есть название канала, название передачи, время и дата записи. Вот она. Воспроизведение сейчас идет, могу остановить. Вот остановил, пожалуйста, все, изображение замирает. Перемотал чуть-чуть вперед. Друзья, легко и просто. В любом месте, где бы вы ни находились, без сим-карты, без ничего, где угодно, без интернета, там, где нет вообще интернета, друзья, вы можете смотреть телевизор. Это не приложение смартфона, который может скачать каждый. Это встроенный телевизор. В этом особенность этого смартфона. В том, что у него есть вмонтированный, встроенный телевизор. Это антенна. Подумайте сами. Если бы это было приложение, то к чему вот эта антенна? Зачем нужна антенна, если бы это был через интернет? Если бы трансляция телеэфира велась через интернет. Итак, друзья. Это удивительный смартфон. Удивительный смартфон со встроенным телевизором, причем цифровым ТВ-тюнером. Это здорово. Кстати, обращаю ваше внимание вот на что. Вот смотрите, проведем один небольшой эксперимент, если вы не против. Вот отключил антенну, и все, изображение замирает, потому что нет трансляции. Вы понимаете? То есть все дело в антенне. Вот такой эксперимент. Смотрите, сейчас я беру и отключаю, перехожу в авиарежим, сразу отключился Wi-Fi, отключилась сим-карта, то есть все, интернета здесь нет. Смартфон полностью лишен интернета. Видите, значок самолета, это значит, что ни мобильного, ни Wi-Fi, никакого интернета нет. Никакой связи, то есть до этого телефона даже дозвониться нельзя. И что произойдет? Смогу ли я запустить телевизионный эфир без помощи дополнительных каких-то средств, без помощи там интернета, без всего остального? Вот, я просто подключил антенну, и вот прямой телевизионный эфир. Пожалуйста, никаких сложностей, никаких проблем. Это Матч ТВ, прямой эфир, трансляция. Давайте другой телеканал вам покажу. При этом замечу, друзья, опять же замечу, вот где у нас тут этот значок. Вот он, вот, видите?
авиационный режим, то есть режим полета, то есть тогда, когда невозможно не дозвониться, когда отключается весь интернет, когда отключается вся мобильная связь. Здесь это доказывает, еще раз повторяю, то, что тут встроенный телевизор, вам не придется за него платить, у вас появляется цифровой телевизор. Это лучший, без преувеличения абсолютно, лучший смартфон за последние 12 месяцев нашей рубрики, точно. Это лучший смартфон во всех отношениях, друзья. В этой ценовой категории до 10 тысяч рублей. Это лучший вариант. Это лучшее предложение. Это, друзья мои, стильный брендовый смартфон. В принципе, брендовый смартфон за эти деньги найти сложно. А здесь вы получаете и стильный, яркий, посмотрите, как здорово он выглядит, смартфон. И брендовый еще. И еще плюс у него встроенный цифровой телевизор и потрясающая фото- и видеокамера. Потрясающая фото- и видеокамера. Вот я себя сфотографировал. Давайте посмотрим, что получилось. Причем мы будем смотреть на фотографию, получившуюся на большом телевизионном экране. Вот гигантский телевизионный экран. При этом качество фотографии осталось прежним, друзья мои. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Плюс вы можете подредактировать фотографию. Вот, например, у меня тут морщины есть. Эти морщины можно сгладить. Избавиться от этих морщин можно. Можно добавить румянец, к примеру. Можно увеличить глаза, если захотите. Ну, это исключительно моя история, друзья. Все. А еще можно убрать щеки. Если вам кажется, что толстоватые щечки, можно их немножечко поджать, и никто этого не заметит, друзья. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Современный, стильный, надежный, удивительный смартфон с потрясающей фото- и видеокамерой. Вы же понимаете, что это я утрировал. Ну, то есть это смешно, ну, по-моему, очевидно, это смешно. Но дело-то не в этом. Дело в том, что вы можете, используя его в разумных, так сказать, пределах, получить максимальное качество изображения, получить коррекцию, возможность корректировать. Вот, ну, есть у вас какая-нибудь морщинка одна, вам она не нравится прям. Вы ее можете тут же убрать. Не надо скачивать дополнительное приложение, не нужно платить деньги. Все встроено. Здесь все это вмонтировано, друзья. Торопитесь, звоните и заказывайте. Итак, напоминаю, удивительная фото- и видеокамера. Просто потрясающая фото- и видеокамера. Друзья, напоминаю, максимальная четкость. Возможность снимать даже слабо в плохо освещенном помещении. Это действительно здорово. Это настоящее чудо. Торопитесь, звоните. Такой фото- и видеокамеры найти очень сложно даже у дорогих конкурентов. Ну и плюс режим высокой четкости, режим HDR. Посмотрите, как все здорово. Посмотрите, как все просто и удобно. А также напоминаю, друзья, вы можете улучшать фотографии сами, редактировать их, добавить румянца, отбелить лицо, друзья. Эти процедуры, я думаю, вы прекрасно знаете, стоят достаточно много денег. Вы сами можете редактировать фотографии, которые только что сделали. Обратите внимание на качество дисплея. Уникальная картинка, четкость просто высочайшая. Плюс еще сам экран большой, большой дисплей 5,5 дюймов. Вы понимаете? 5.5. Он большой. Для смартфона, ну, по-настоящему внушительных размеров. Плюс еще качество самого изображения. Плюс еще мощный аккумулятор. Плюс самый быстрый интернет в мире. Плюс встроенный цифровой телевизор.